Привет, друзья! Тут такой неожиданный казус вышел. Это подарок жены с работы. Ей на работе подарили подарок для нашего ребенка. Коробки одинаковые и у меня, и у моего подарка, и у ее подарка. Но содержимое совершенно разное. Этот тяжелее, оказывается. Этот весит 800 грамм. Мой весит 600 грамм. Фирма одинаковая, ООО компания Рубин, но этот подарок номер 531 «Малютка» называется, а мой подарок называется подарок номер 16, как-то так. 016 подарок. Коробка такая же, я ее уже снимал. Ну что же, самое интересное, что же там внутри, я еще сам не видел. Тут много всего. Смотрим. Много-много-много всего. Ну и давайте поудобнее рассмотрим это на столе. Итак, значит, достанем изнутри все. Так, Sweetie. Такая шоколадка уже была. Тут есть сок, смотрите какой. Вкусника, мультифрукт. Сок этот, конечно, плюс. Можно не только поесть конфеты и шоколадки, но и запить соком. Так, тут смотрите-ка, шоколадка есть. Левушка детям. Молочный шоколад двухслойный со вкусом попкорна. Интересно. Так, дата производства. Давайте посмотрим. 23.10. 23.10.22 производство. А годен до 23-го года. На год. Ну, в общем, нормальная дата производства. Достаточно свежая. Мы храним в холодильнике подарок. Потому что конфеты, шоколадки в холодильнике лучше сохраняются и дольше. Так, значит, 25-й кадр. Такая конфета. Интересно, за шоколадку плюс. Подружись-ка со вкусом шоколада. Конфета. 1887 год основания. Фирмы Canfil. Так, вот это, по-моему, вкусное. Маленькое чудо с фундуком. Так, вот интересная шоколадка, конечно. Тоже батончик. Мягкая карамель с печеньем. Так, сейчас достану. Да, другие шоколадки, конфеты, но совпадение пока одно. Клубника, банан. Вкуснейшая шоколадная конфета, блин. Не падать. Чупа-чупс. Тоже интересно. Ярче мини. Арахис в мягкой карамели. Вкусненько. Десерт бельгийский. Оу, шоколад в виде монеты. Здорово. Дже Хруст. Новогодний. Со вкусом вареной сгущенки. Так, это уже было мармелад. В предыдущем подарке. Это Кэт. Фанни Кэт было. Печенье. Опять что-то новенькое. Воздушный рис. Молочный карамель. Батончик шоколадный. Степ. Меньше, но тоже есть. Тира. С дробленым арахисом. Так, это
Орешки для белочки, арахис в шоколаде. Вспышка, хрустящее печенье. Вкусненько. О, там еще такой довольно хороший подарок. Думаю, со вкусом пломбира. Так, значит, вкусняшка. Чио Рио. Да, интересный тоже батончик. О, тут есть у нас очень, смотрите-ка, насыщенный подарок. Дети любят Марсы и Твиксы тут есть. Маленький Твикс, Марс маленький, смешарики, вкусненькое что-то. Молочные конфеты с комбинированным корпусом. ГОСТ 2014 года. Milky Way тоже дети любят. Модные шоколадки. Мусики. Так. Марсиан. Марсиан, смотрите-ка. Марсиан. Марсианин. Конфета. По-моему, я такой пробовал. Вкусная. Bon Kiss. Смайлики. Так, и что же тут еще есть? Какая-то книжка. Новогодняя книга. Головоломки, загадки, ребусы. Хорошо. Это помощник Деда Мороза. Найди 12 отличий. Ух ты, это тоже дети любят. Я тоже помню, когда-то любил. Очень интересно, конечно. Всякие загадки, ребусы, головоломки. Пожалуйста. Особенно вместе детям интересно это все разгадывать. Это есть конфеты. А, письмо Дедушке Морозу тоже. 6+. Так, ну что же. Замечательно. Вот они все подарки. Все перед вашими глазами. Абсолютно все подарки. Все конфеты показал. На этом у меня все. Всем пока!